Добрейшего утречка, друзья. Классный день, классное утро. Погода просто лучшая. Солнышко светит, на улице тепло, комфортно. Мы сегодня решили прокатиться с Богданчиком на мопеде в центр Алании. Вот, и посмотреть Клеопатру, что как, чем дышит. Вот. А потом, может быть, что-нибудь заснимем еще такое для вас интересное. Вот. Я вообще считаю, что вот нынешняя погода, которая стоит в Алании, ну да, не беру там эти дожди, то есть, как бы, ну, это привычное дело для осени, скажем так. Но даже дожди, которые здесь идут, они немножечко другие, они не такие угрюмые, не такие холодные, зябкие, что ли, то есть, да, ну, идут, как бы, ну, они какие-то теплые такие, мелкие, просыпало, то есть, тут же буквально через, там, полдня, там, уже сухо и так далее, то есть, вот, там, 4-5 дней лил дождь, на улице сейчас сквозь ту плиточку все уходит, короче, в никуда. Ну, вот, короче, такие вот дела. Значит, давайте, присоединяйтесь, то есть, будем двигаться, и по ходу все буду показывать. Вперед! Работают. Ну это уже борзянка, прям борзянка уже, прям вот это же прям побо. Ты что, тормоза забыл где? Написано же Motorlu Таши Гириши и Парк. Ну какой? Я же хотел. Так, давай тогда. Вылазь. Ой. Блин, каску надо вот туда положить. Подержи-ка. Показывайте. Она снимает. Все, давайте по дорогу. Так, приехали мы на пляж Клеопатра в центре. Прям захотелось сегодня. Солнышко, хорошая погодка, ветра почти нету. Вот. Чухают, что-то убирают. Сейчас посмотрим, да. То есть вот. Как бы самый центр города. Сейчас время 12 час дня. То есть все зелено, все как бы. Кто-то еще загорает. У кого отпуск в декабре. Понимаю. Ну а что делать, правильно? Моречко, конечно, здесь зачетное. Единственное, сейчас солнце получается чуть-чуть с другой стороны зашло. Но попробуем что-нибудь помутить. Главное, чтобы трактор не переехал, когда загораешь. А так остальное мелочи. По телефону немножко заговориться и может немножко и переехать. Короче, ребятки, что, людишки есть, загорают. Кто-то рыбку ловит. В принципе, как бы... Можно, погода хорошая.
такая утренняя прогулка по всем известному пляжу. Как бы против солнышка немножко иду. Я думаю, ничего страшного. Волны, конечно, хорошие. Сбили маленько берег, то есть более покатый стал. Сейчас дойдем до самой пещеры. Ой, не пещеры, я имею в виду грота. Вот, оттуда, может быть, порхну маленько. Красиво, в воздухе дымочка такая. То есть вид, конечно, сумасшедший. Есть места и времена, которые не перестают удивлять. На мой взгляд, вот сейчас такие моменты, вот именно природа, погода, которая прям реально, ой, дает ощутить вот весь кайф именно вот такой вот, такого времени года. Да? То есть на солнышке еще тепло. Чуть-чуть догнала волна. Так вот. Погода дает сейчас ощутить весь кайф. Прохладно, в тени, тепло на солнце. Максимально витамина С. И в мандаринах, и в апельсинах, и в лимонах. Все это уже в доступе полноценном. Хотя здесь практически круглогодично, но тем не менее. Вот. Рыбалочка. Хорошо. Хорошо, когда нет дождя. Все это убирается. Вот такое количество на пляже. Причем это часть морем нанесло, часть, видимо, немножко в песке было. Вот. Ходят ребята, убирают вот так вот и получается потом. Выпускной Хогвартс. Ага. Он Гермиона пошла. Хогвартс на выгуле. Гермиона Джан. Да. Хогвартс на выгуле. Вот так как-то. О. И вон чистое-чистое Аланийское море. Класс. С зеленой Супер. Бирюзой. Да, вот с левой стороны около харбора. Не, ну это туристы набросали. Это Ябанджи, да. Точно. Это якорь. Телефон бы не послали еще. Терсане, как всегда, в этот период не в лучшем виде. Это немножко какого-то хлеба. Столовка делала приборку, да? Ну, ужас. Риба. Риба. Хамси. Или ты на турецкую школу ходишь? С потолочком сидит. Такая вся медная. Ну и, короче, в завершении такого прекрасного утреннего трипа по Алании заехали покушать в наше Терсане, кафешку. Вот. И что интересного, обратил внимание, что в горах, далеко там, где вот плотина, туда дальше, то есть все полностью уже лег снег. То есть попробую показать вам, как это выглядит. Там гора уже заснеженная, а внизу море, и люди еще купаются. Все, позавтракали нормально. Чуть-чуть
ценник изменился. То есть завтрак на двоих уже 400 лирасов. То есть, ну, как бы даром ничего не бывает. Все не прошло бесследно. Короче, под берегом косяки рыб. Телефон топить не буду. О, нифига себе. А что толку там? Сделали бесплатный видеогид, аудиогид. То есть теперь можно подойти, поскачать, тебе расскажут, что эту хрень придумали очень умные люди для того, чтобы пробивать стены кирпичами. То есть, ну, очень схожие и похожие. Ну, это, скорее всего, по всему комплексу. Там циферки стоят на каждой. Ну, да, 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 да. То есть, верфи, как у Европе. Верфи, пираты, цивилизация. Смотрите, короче. Под берегом серая туча. Это рыба. Но все остальное... Кто-то там говорил мне про эти самые. Про море без ротавируса. Да, ну, как бы, наверное, нет ротавируса. Ротавирус такая тема. Она только, в роте может быть. Камень плавает. Это вот, что это за магия среди... Магия. Да. Вне Хогвартса. Это нифига себе магия. Это там плавающие камни, это трэш. Ой, а вас прости. И тут все рыба опять. Хамса. Хамси. Ну, вот так. Ребята, я не хочу. Я хотел все, чтобы было красиво. Красиво не получилось. Не, ну в сезон они, конечно, это все починили. Так, Хогвартс еще не разошелся. Ой-ой-ой, выпускной. Круто. Чему вас научили в школе? Нас в школе научили газовать на мопедах. Давай. Еще, еще. Молодец. Еще. Давай. Вот это главный урок.